Так, вроде все нормально. В общем, всем привет. Это такой спонтанный видос, который я решил записать, потому что iTunes Plus вышел уже 7 дней назад. И я посчитал, что будет прикольно разобрать какие-то мои любимые мелодии с этого проекта. И поэтому этот видос существует. Сейчас я надеваю кепку, наушники и погнали. Так, ну что, погнали разбирать. Первая мелодия — это мелодия Хинкал, которая звучит вот так вот. Не будем далеко забегать. С чего я начал? Это вот такой, типа, трэп какой-то, синт-звучок. И что? Добавил еще несколько, типа, акцентов. По-любому я дальше прописал вот этот бас-лайн. Как по мне, немного нетипичный подбор басовых нот, потому что вот эти ноты, они не в minor natural scale, я их просто как-то на слух подобрал. Это звуки Massed Horns и Hornswell. Так, что еще у нас здесь есть? Я так понимаю, синт? А нет, это Brass Hit. Brass Fall SRX. И вот здесь уже все основное развитие этой мелодии за счет вот такого лида с глайдом. Это пресет из зебры. Я по-любому ему подкручивал глайд, потому что я люблю это делать в таких мелодиях на этих лидах. Как-то они звучат, не знаю, более подходящие, что ли, как по мне. Что еще у нас тут? Да, ну такой типа арп. Один просто на октаву выше задран, в отличие от первого. И вот такой какой-то типа noise эффект. Пресет SLJP6. 8, у меня всегда проблемы с выговариванием на английском. Ну и все в целом. Это что такое вообще? Безобразие. Ладно, короче, я просто аудиодорожку вставлю, типа вы послушали. В широкоугольном формате сейчас буду вам разбирать мелодию Point Nemo. Это, наверное, самая атмосферная мелодия, которую я писал за все свое время. Первое, что здесь играет, это арпеджио синт. Это в целом база этого лупа. Это звук из Analog Lab, в котором просто стоит настройка арпеджиратора вверх по нотам. Прикручен к нему еще Valhalla Delay, здесь почему-то на этом компе у меня он не прогружается. В общем, там 1/4 по задержке, и все. И фейзер от Arturi. Следующее, что дополняет эту мелодию, это вот этот синт-бас. И, наверное, без этих глайдов по нотам это бы было не так футуристично одновременно. Дальше этот же синт зарендеренный играет на октаву вверх. Да, его дополняет вот такой звучок. В этой части уже добавляется пэд, который играет такой же парт, как и сам арпеджио, но уже без этой езды по нотам. Вот так он звучит. Что это за звучок? Давайте глянем. Это серум, банка,
Unmute Reborn from Serum. Кстати, рекомендую вот этот набор пресетов. Он прям офигенный, какой-то по-своему аналоговый, что ли. Здесь еще в лупе есть такой бридж. Чтобы вообще максимально расслабиться, прям добить. Да, еще здесь вот такие звуки. Не помню, откуда я их взял. Я помню, что-то как-то шаманил с ними, накручивал их по-разному. Но получилась вот такая история. Все, едем дальше. И теперь мы разбираем мелодию Find Me. Хэштег меланхолия, хэштег одиночество, хэштег она бросила меня. Вот такой вайб. Первое, что охота разобрать, это... Это вокал чопы. Они здесь просто шикарные. За основу я взял вот такой вокал чоп. И нарезал его своеобразно. И в итоге получилось вот это. Ну, еще тут добавлен вот такой паттерн. И самое интересное еще в этом вокал чопе, это обработка. Это инфильтратор с этим пресетом. Просто шикарно, можете попробовать на вокал чопе, на плаке. На многих инструментах это звучит прикольно. Главное, чтобы была какая-то пауза в вашем паттерне, типа дальше. Это тоже простецкий паттерн. Кто там? Кто там? Про что я говорил? Я говорил про пианино. Простой паттерн. Я его, короче, просто зарендерил, нарезал, реверснул. Это этот паттерн, который я что-то как-то тоже нарезал, чопил и привязал к нему Effectrix. Да, здесь получается лупер А и скретч типа тейп-стопа. Ну что, ребят, заканчиваем этот видос. Надеюсь, вам было реально интересно посмотреть, как создавались эти мелодии. Ставьте реакции, пишите комменты, а в первую очередь скачивайте Tunes Plus, потому что это реально огонь. Все, всех люблю, всех обнял, пока.